Алло. Да, Вагин? Да, я уже здесь, Владимир Петрович. Да, хорошо. Пока кто еще? Я так не вижу. Честно говоря, пока мы, вы и, кажется, Кто? Сергеевич еще, по-моему. А, Дмитрий Сергеевич еще сам, да? Да, я на Ну, РССР хорошо. отправил ссылку тоже, он, вероятнее всего, тоже подключится. Кто подключится? Нерсес. А, хорошо. Буду рад его слышать, как так. Да. Хорошо. Он в Ереване сейчас, да, оттуда? Не, он приехал и он застрял же. А, это он не уезжал, я забыл уже. То есть это... Да, его застало Он посередине контракта. с марта, да, там, ну, Да, да, понятно. да. Ну, ладно. Да. Сейчас он может ходить хотя бы, сейчас может ходить в институт. Да. Сейчас просто, когда рейсы уже возобновятся, он сказал, что как только возобновятся, он уедет. Ну, понятно. Да. Там что-то ситуация вроде не такая хорошая с коронавирусом, да? Нет, не очень хорошая ситуация. Действительно странная немного ситуация. Непонятно из-за чего. Да, вроде бы вовремя начали все делать, но как-то... Не знаю, сложно сказать, почему так произошло. Потому что действительно для такой маленькой страны такая цифра очень большая. Большая, да. Что-то здравоохранение или какие-то есть причины на это, непонятно. Нет, здравоохранение как раз-таки, тьфу-тьфу-тьфу, работает вроде бы нормально. Просто дисциплина у людей А, вот как. Ну. соблюдать карантинные меры и социальную дистанцию, это очень сложно обеспечить в южных Ну, странах. знаете, я скажу в целом, вот южным людям всегда труднее. Вот не зря в Италии такая история. Да. Это просто люди привыкли общаться, привыкли к ограничениям, не воспринимают, как северяне они четко могут следовать Да, есть среднему, такой да. момент. Есть такой момент. Немцы и шведы там какие-нибудь, это у них это спокойнее. Да. То А это есть там есть очень закон, по люди которому, более скажем, эмоциональны. маски обязательно необходимо носить. Вот именно, да. Да, а там полиция просто силой одного человека на улице заставляла надеть маску. Он говорил, что он не хочет надевать, и это его право. Не, ну вот видите, что тут сделаешь, да. Да. Сейчас еще 5 минут, пока посмотрим. Ну, я думаю, что еще будет Диваков Дима, наверное. Леонид Антонович будет, я ожидаю. Да. И кто еще? Может быть, Малых Михаил Дмитриевич еще. Да. У меня сегодня более такая физически ориентированная Ну, работа. ничего, все нормально. Посмотрим. Все это люди, все, не кроме Михаила Дмитриевича Малых и Димы Дивакова. Люди все, как говорится, физику как-то знают, так что ничего, все нормально. Да. Ну, конечно, тогда ты просто подстраивайся, если люди будут... Вопросы по ходу можно задавать, Да, да? конечно, если регламент это и Скажем техника тогда, если позволяет, кто будет... вообще Да. без проблем. И пусть не стесняются задавать, конечно. Конечно. А сколько на выступление? Час на Час, выступление? но я не думаю, что я так надолго вас задержу, потому что это такой промежуточный семинар, и там не особо много вещей надо. Ну, хорошо. Владимир Петрович, вы слышите меня? А, Дмитрий Сергеевич? Это из Твери, Александр, да. Добрый У, день. очень рад слышать. Вот я Очень тоже рад очень слышать. рад, Я как да. раз занимаюсь сейчас тверскими дипломниками, Ну, вот я докторантами. только что, да, с предзащитой и подключился Да, к у вашему меня через вас, семинару. Саша, через вас просьба, то есть Цветкову передать. Я там трех получил на этот раз. Ага. Трех. Но одним я доволен, мальчик хороший. А девочки, ну просто меня удивляют, честно слово. Мне бы их не хотелось вести там до магистра. Передам. Хорошо, Передам. спасибо. Увы. Я им все Увы. прослал, все нужно, только писать. Они говорят, а мы не понимаем, что делать. Ну,
А между прочим, это действительно сложно. Это не просто, я понимаю. Но когда все в руках, правда, английский, наверное, у них совсем плохой, но там были русские, часть материалов на русском, а часть английский. Это тоже, да. Нет, одна, я слушал одну, там, где про басис Грёбнера, ну, вполне прилично. Вот это, Маргарита, да. Вполне прилично для провинциального университета. Где, говорит, прикладная часть? Я говорю, вот реализованы мейпли, алгоритмы, вот они и есть. Ну, да. Да, это да. Ну ладно, хорошо, так что рад, что вы, Саша, здесь тоже. Я хочу 26-го защита, я там оппонент. Я хочу. Где, вот здесь, да? В Рудне? В Рудне, да, у Леонида, да. У Леонида. А кто защищается-то, кто это? Юй Ин из Китая. А, ну это да, это мы знаем хорошо. Вот, поэтому понятно. Я решил посмотреть, как будет соединение. Хотя это, кажется, да, проверку надо их отдельно проверять, да. Потому что бывают сбои, да. Бывает, конечно. Как вы считать, пережили пандемию? Да ничего, в удаленке 3 месяца не был в институте. Да, в понедельник стал ходить. И мы также. Все, кто после 60, нас всех отправили, да, на удаленку. Это зона риска. Зона риска. Зона риска, ну что, да, делать, да. Вы тоже сидели на удаленке, да? Да. Ну, так я и сейчас еще на удаленке. А, вот. А у нас тоже эта опция для вот 65+, пожалуйста, выбирайте до 1 августа любой режим. Ага. Либо в институт, либо дома сидеть. Ну, да, не про домашние. Да. Привыкли уже люди за 3 месяца. Ну, что ж. А я предпочитаю на работу ходить. Ну. Нет, ну, с одной стороны, там как-то у меня обстановка, ну, скажем так, там все книги, я не перетаскивал сюда. Книги, ну, да, старые, ну, материалы. Да, это тонизирует, потому что без, к сожалению, без. Извините, работы, пожалуйста. А, вот у вас. Леонид Антонович подключится через несколько минут, и мы начнем. Давайте подождем. Да, давайте. Хорошо. Подождать его. Хорошо. Так что да. Саша, а вот Гусев защитился, этот мальчик мой, уже? Да, тоже, все нормально. Очень толково, я удивлен немножко даже. Все нормально, да. Он влез без всякой моей, он влез достаточно четко в материал. И главное, удивительно, это абсолютно редкий случай. Он очень хорошо пишет. Насколько помню, у него было... Да, то, что пишет, это крайняя редкость. Это вообще редкость. Вот и да, я здесь по Дубнинскому сужу. Да, а то, что он там по генераторам случайных чисел, насколько я понимаю. Да, я ему так и дал материал, да. Да. И говорит он хорошо, да. Он еще... Это предзащита пока, только тренировка. Но все равно, я видел предзащиту и презентацию, мне очень понравилось. И диплом понравился. Я поправил его. В общем, да. Хороший мальчик, похоже. Вот. Так что можно. И программирует, да. Если там на магистра, я готов его взять, дай бог. Угу. Ну, я передумал. Может ему дать что-нибудь, если так будет, да. Если я могу дать ему что-нибудь в этом же духе. Но следующий шаг на квантовом компьютере генерировать случайные числа. Очень интересно. Ну, да, настоящий датчик случайных чисел. Не псевдослучайный, а настоящий. Ну, настоящие есть и на аппаратуре. Там, на аппаратуре квантовой. Колебания, да, температуры процессора тоже. Они же квантовый характер носят, эти шумы. Это да, но там сейчас есть уже. Есть эти. Он медленно работает. Уже коммерческий даже квантовый датчик случайных чисел. Коммерческий. Угу.
Все это вышло уже на хороший уровень. Другое дело, что скорость генерации не очень высокая, то есть чисел. Да, да, да. Но это начало только. Но тем не менее интересно. Очень интересно. Особенно в криптографии. Это серьезно очень. Так что, или что-то другое, если он парень нормальный, можно с ним. Пусть защищается, я ему пожелал удачной защиты. А когда защита будет, Саша? Ой, я точно сам не помню. По-моему, то ли 6-го, то ли 9-го. Там в июле дня. Вы сдвинулись на июль. В июле, да. Там два дня. Один день магистры, один день бакалавры. Ну, понятно. Как, какой, в какой, я еще просто... Ну, понятно. Ладно, раздвинулись на июль. Мы-то уже, вот у меня завтра экзамены, и у нас уже магистры защитились. В онлайн мы проходили защиту, в онлайн было. Ну, да, в онлайн, да. Ну, не очень здорово, но как-то прошло. Да у нас тоже не очень здорово. Во-первых, тормозит очень сильно. Ну, у меня техника такая старая, микрофон не работает, я вынужден через переходник тут подключать наушники с микрофоном. В общем, так сказать, это Марокко, да. Все из кусков сидеть в наушниках. Если отключаю, то звук есть, я слышу с компьютера, а сам говорить не могу. Ну, понятно. Это тогда технические вещи, конечно, тут. Да, надо покупать все новое. Надо покупать, да. Я думаю, что теперь будет это больше. Даже в нормальный режим перейдем. Все равно будет онлайн больше чего. Да, 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 да. У нас магистратуру в онлайн переводят, чтобы денег больше собирать. Дополнительно к обычной делают онлайн магистратуру. Да, да, пока никто не знает, что это такое, но уже заставили все переделывать, чтобы было онлайн. Вот так, вот так, вот, вот, да, пожалуйста. Да, да. Тренд новый, да. Да. Леонид Антонович подключился, поэтому, я думаю, можно начать выступление. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, давайте. Да, давайте. Вагн, давайте, начинайте. Да, сейчас я скриншер сделаю. Угу. Да. О, Нерсеса вижу. Привет, Нерсес. Так, вы видите мой экран? Пока нет, только аватар В. Вагн, у вас не подключается, что ли? Алло. Да, вот, вот все пошло. Вот все хорошо. Сейчас подключилось? Очень хорошо. Да, да. Очень хорошо, да. Ага. Давайте. Отлично. Тогда начнем, наверное. Здравствуйте, во-первых. Сегодняшний мой семинар немного отличается от предыдущей тематики. Он более физически ориентированный, носит название «О квантовой запутанности в спин-единице молекулярных магнитах». Работа выполнена совместно с группой профессора Нерсеса Ананикяна из Ереванского физического института и совместно с профессором Честмиром Бурдиком из Чешского технического университета в Праге. Таким образом, наверное, немного вводных слов. Во-первых, что такое одномолекулярные магниты? Это в основном металлоорганические соединения, у которых магнитный порядок распространяется на дальность примерно порядка масштабов молекулы. И эти вещества способны на суперпарамагнитное поведение, что подразумевает очень большую магнитную восприимчивость ниже определенных температур. Почему, собственно, мы ими заинтересовались? Потому что в прикладном смысле они обладают некоторыми превосходствами над всеми остальными магнитными материалами. Это во-первых, очень большое разнообразие этих соединений, которые нам достались из химии и
материаловедения. Во-вторых, это сложность, то есть разнообразие основных состояний. И самое главное, их контролируемость. Эти вещества имеют свое применение, начиная от магнитных единиц памяти и заканчивая, в принципе, уже возможным применением в квантовых компьютерах. Наша задача, вот наша линия задач, так можно сказать, в этом направлении следующая. Это аналитически численная обработка запутанности между спиновыми степенями свободы в спин-единице молекулярных магнитах. Это другая линия работы, это возможность разработки методов измерения, хотя измерение тут необходимо сказать в кавычках, квантовой запутанности в этих веществах. И тоже немаловажное значение имеет сопоставление критического поведения квантовой запутанности с критическим поведением самих термодинамических систем. Я не думаю, что мы успеем во время сегодняшнего семинара обратиться ко всем этим вопросам в подробностях, но идею я постараюсь передать, каким образом происходит изучение этих всех задач. Так, важно. Можно да. Вопрос, если по ходу, да? Да, 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 конечно. Значит, чем хорошо иметь разнообразие основных состояний? В чем тут плюс? Разнообразие основных состояний, это подразумевает, что при низких температурах у вас существует в зависимости от внешних параметров много разнообразных состояний, манипулируя которыми вы фактически говоря их можете превращать сами основные состояния, различные основные состояния, скажем, в состояние кубита, к примеру. То есть это дает вам достаточно например, большую сумму. Может быть основных состояний, например, которые... Прошу прощения. Прошу прощения, не расслышал, Владимир Петрович. Нет, два может быть, в частности, если кубит мы говорим. Да, два... да, да. Два основных состояния может быть, но тут не идет речь о основных состояниях индивидуальных, скажем, спинов, а может идти речь о основном состоянии самой отдельно взятой молекулы. К примеру, у вас может быть состояние для определенного значения внешних параметров, скажем, ферромагнитное, потом антиферромагнитное. Вы варьируя между этими двумя состояниями, то есть первое состояние ферромагнитное, второе антиферромагнитное. У вас есть двухуровневая, так скажем, система. А, ну хорошо, да. То есть потом тут речь не идет о отдельно взятой состоянии спиновой степени свободы. Во-первых, это всем, я думаю, достаточно знакомо, но поскольку я не знал, кто будет присутствовать, добавил этот слайд. Во всяком случае, необходимо сказать, что такое запутанность. Согласно постулатам квантовой механики, максимальная информация о системах содержатся в их матрицах плотности, которые в частном случае, если выражаются как проекторы, эти состояния называются чистыми, если же нет, то эти состояния называются смешанными. С другой стороны, согласно тем же самым постулатам квантовой механики, если у вас есть композитная система до двух частей А плюс Б, у которых состояние и каждая из подсистем определены в гильбертовых пространствах HA и HB, то, соответственно, композитное состояние композитной системы составляют от пространства в пространстве тензорном произведении под пространство. С другой стороны, если конкретное состояние композитной системы разложимо в виде вот такой выпуклой комбинации по матрицам плотности самих подсистем, удовлетворяющих, естественно, вот таким условиям выпуклости, то такое состояние называется сепарабельным. Если же нет, то это состояние называется запутанным, и именно вот эти состояния являются объектом нашего интереса в рамках этой работы. Вага, еще там опечаточка, да? Вместо I индекс. А, J там должен быть, да, извините. Да, J там должен быть, да, естественно. Однако вот характеристика выяснения обстоятельств, является ли данное заданное заведомо состояние сепарабельным или запутанным, является достаточно сложной задачей.
Однако для низкоразмерных систем существует так называемый positive partial transpose criteria, то есть критерии положительного частичного транспонирования. Но перед тем, как сказать, в чем он заключается, наверное, надо дать определение частичной транспонации. Частично транспонированная матрица плотности по первой подсистеме для состояния ρ A плюс B определяется вот следующим образом, где произведем просто своп, то есть перестановка, так скажем, первых индексов, соответствующих первой подсистеме. Теперь, если система является парой кубит-кубит, либо кубит-кутрит, то есть это пара двух-двухуровневых систем и одной-двухуровневой и одной-трехуровневой систем, то можно наверняка сказать, для того, чтобы система была сепарабельной, необходимо и достаточно, чтобы частично транспонированная по одной из подсистем матрица плотности была положительно полуопределенной, то есть у нее собственные значения были неотрицательными. Для систем более высокой размерности, для сепарабельности вот это условие, оно необходимо, но недостаточно. То есть можно найти состояния, которые являются ППТ, то есть положительного частичного транспонирования, но являются запутанными. Однако во всех состояниях, которые мы будем в последующем обсуждать, это не выполняется, то есть эти экзотические состояния не возникают, и даже если бы возникали, как бы нам особо некуда деваться. Существует количественная характеристика отклонения состояния от сепарабельного. Этих величин различное множество. В частности, мы в этой работе используем так называемую отрицательность, которая определяется вот следующим образом. То есть берется транспонированная частичная по одной из подсистем, неважно по какой, вот вводится первая следовая норма. И можно показать, что данная величина является монотонным по энтаглменту, то есть при росте энтаглмента невозможно убывание отрицательности. Почему эта величина называется собственной отрицательностью? Потому что можно показать, что вот эта величина, которая здесь написана, она равняется сумме модулей отрицательных собственных значений частично транспонированной матрицы плотности. Пойдем дальше. Значит, мы в этой работе будем обсуждать системы, которые в общем и целом описываются следующего вида гамильтонианом, где пары и жи распределены по каким-то узлам, произвольно здесь не имеет значения пока что. У нас не обязательно соседние, да, не обязательно. Вот в этом гамильтониане я не подразумевал ничего, да? Uh-huh. А физики обычно привыкли писать вот перед этим членом и этим членом знаки минус, но поскольку коэффициенты G у нас в данном случае они произвольные, то знаки, соответственно, опущены. Каждая из S это оператор момента, действующий на итом или житом узле, соответствующие проекции. Вот здесь написаны, то есть это обычные знакомые нам спин-1 операторы, то есть аналог операторов Паули. Соответственно, G и G здесь есть интеграл перекрытия между орбиталями итой и житой частиц. K и G это есть G и G определяется обычно в первом порядке теории возмущения, соответственно, во втором порядке можно вводить биквадратное обменное взаимодействие, которое определяется вот этими величинами K и G. Потом у нас есть внешнее магнитное поле, действующее в направлении Z. И еще один член, который называется отдельно одноионной анизотропии, или, иначе говоря, называется еще zero field splitting, то есть расщепление нулевого поля. И эта величина
В данном случае мы подразумеваем, что вот эта анизотропия одного иона, она имеет аксиальный характер, то есть она именно направлена в направлении Z, а то если бы еще была анизотропия такая плоская, то тут бы появился член соответствующий SX квадрат минус SY квадрат. Необходимо подчеркнуть, что очевидно для спина 1/2 систем существование вот биквадратного взаимодействия и одноионного, одноионной анизотропии невозможно. Эти члены просто сводятся к комбинации матриц Паули и единичных матриц. Почему мы заинтересованы именно спин один системами? Тут несколько причин, вернее, их великое множество, но основные причины такие. Первое, аппарат для изучения спин 1/2 гайзенберговских систем, он уже давно развит. Владимир Петрович сам этими занимался вещами, я знаю, но он, наверное, даже не подозревает, что ими занимался. Есть так называемый X-States. Эти X-State получены именно XXZ гамильтонианом Гайзенберга для спина 1/2 систем, и, соответственно, все свойства запутанности и сепарабельности их изучены уже давно. Второе – это то, что существование одноионной изотропии и биквадратного взаимодействия дает добавочные внешние параметры для контроля основных состояний, то есть для манипуляций, которые необходимы, в частности, для квантовых вычислений. Третья причина, она такая немного, это уже специалист профессор Нерсис Ананикян в этой области, эта модель, она очень в различных местах имеет применение, в частности, к примеру, анизотропный, предельно анизотропный случай этой модели, когда у нас есть лишь компоненты Z на так называемой бета-решетке, определяют существование точки лямбда 0 или существование точки перехода от фазового пространства, от фазового точку фазового перехода, фазового перехода от первого рода ко второму роду в смеси гелий-3, гелий-4. То есть там существует так называемая электрокритическая точка, и нам было бы очень интересно, если бы вдруг мы смогли найти, что происходит именно с запутанностью в этой электрокритической точке. То есть в точке, где у вас фазовые переходы первого рода превращаются в фазовый переход второго рода. Перейдем дальше. Как известно, в термодинамическом равновесии состояние системы задается матрицей плотности по больцмановскому распределению. И поскольку нас интересует запутанность между индивидуальными степенями, спиновыми степенями свободы, вот эта матрица у нас, естественно, будет матрица для спин-единицы систем 3 в степени n, где n, размерности 3 в степени n, где n у нас это количество частиц. Но нас интересует двухчастичная запутанность, поэтому мы должны сконструировать так называемую редуцированную матрицу плотности, то есть взять след по всем, если нас интересуют пары иж и иж, взять след по всем спиновым степеням свободы, кроме именно пары иж, это выражается в таком виде, то есть берется просто след по всем, кроме и иж. Тут суммирования нету по и иж. Эта матрица является матрицей 9 на 9, единичного следа и эрмитовой она, естественно. Теперь давайте введем такой базис для алгебры SU3. Он удовлетворяет условиям полноты, записанным в следующем виде. Этот базис удобен тем, что из него явно виден физический смысл каждой из генераторов SU3 группы, то есть SU3 алгебры. Соответственно, мы еще тут ввели tau 0 как нормированную удобным образом единичную матрицу. Теперь, если мы обозначим через tau альфа бета тензорное произведение, соответственно, tau альфа и tau бета, естественно, из-за условий
полноты базиса Тау, у нас появится еще и полнота базиса тензорного произведения. В этом базисе мы можем представить произвольную 9 на 9 эрмитовую матрицу в виде вот такой комбинации. То есть это некоторые коэффициенты, и же тут показывают именно пары, которые нас интересуют в системе. Соответственно, альфа и бета – это индексы, соответствующие номеру генератора. Да, номеру генератора вот этого SU3 на SU3. Такая форма представления матрицы плотности называется формой Фано. В чем преимущество этой формы? Если вы здесь посмотрите, при бета равняется нулю и альфа, передвигающимся от 1 до 8, у нас эти коэффициенты составляют блоховский вектор отдельно взятой первой частицы, и наоборот, при альфа равняется нулю и бета, идущим от 1 до 8, эти коэффициенты представляют блоховский вектор второй частицы. То есть полная информация о отдельно взятых спиновых степенях свободы, то есть об одном кутрите, она содержится именно в C-альфа-бета, определенных вот таким образом. Однако между ними существует еще и корреляция, когда у нас альфа и бета, соответственно, меняются от 1 до 8, такая матрица называется корреляционной матрицей. И все нетривиальные характеристики, в частности, скажем, о запутанности, именно содержится информация о них в этих коэффициентах. То есть можно показать, это было сделано Владимиром Петровичем и Арсеном Айсовичем, скажем, для систем кубит-кубит, как можно выразить условия, критерий сепарабельности через корреляционную матрицу и так называемую матрицу Шлице-Малера. Да. То есть это очень важная характеристика. Соответственно, вот эти коэффициенты, они, естественно, из-за полноты выражаются как трейс по ИЖ, по тау альфа бета, соответственно, по редуцированной матрице плотности, или то же самое, что по всей матрицы плотности, если рассматривать тут еще и тензорные произведения, существование тензорных произведений по единичным матрицам. То есть каждая из тау, альфа, бета и жи – это есть всего лишь среднее мат-ожидание произведения тау, альфа и тау, бета, жи. Да? Вот. Для модели, которую я написал в произвольной, на произвольной решетке между двумя спин-единицами степенями свободы, корреляционная матрица выглядит именно так. Строго говоря, корреляционная матрица – это у нас матрица вот этот блок, да? Потому что первый блок, он характеризует отдельно взятый, это характеризует второй кубит, это характеризует первый кубит. То есть это, фактически говоря, блоховские векторы. Вот это. Каким образом, собственно, получается, вот, что такой общий гамильтониан сводится к такой простой корреляционной матрице? Нами была написана и удачно потеряна программа, к сожалению, по редукции количество коэффициентов, исходя из существующих дискретных симметрий в системе. Почему потеряно? Что произошло? Компьютер, к сожалению, умер, и его пока не удалось восстановить. Ух ты. Да, но постфактум, зато сохранилось следующее, постфактум, когда уже компьютер, все вычисления, то есть это была символьная программа, которая учитывала некоторые дискретные симметрии, редуцировала количество, и уже постфактум, когда у вас осталось достаточно малое количество параметров, мы можем проследить логику, что происходило при редукции количества коэффициентов. Первое, у нас изначально, поскольку матрица 9 на 9, и она эрмитовая, у нас 81 действительный коэффициент. Да? Первое, что мы сразу видим, это действительно, что C00, то есть коэффициент, соответствующий единичной матрице, он равняется 1 трети. У нас, поскольку единичная матрица определенным образом просто нормирована, это отнимает один
параметр. Да? Да. Да. С другой стороны, если посмотреть на изначальный наш гамильтонян, если сюда вернуться, мы увидим, что этот гамильтонян, он на самом деле в этом представлении действительный. То есть все матричные элементы действительные. Соответственно, его экспоненционирование и матрица плотности тоже будут действительными. Да? Это налагает определенные условия. В частности, если у нас альфа принадлежит вот этому конечному множеству, то коэффициент не равняется нулю только тогда и тогда, когда бета, соответственно, принадлежит тому же множеству. Mm-hmm. И наоборот. Это отнимает у нас еще 36 коэффициентов. С другой стороны, у нас есть еще дискретная симметрия, что гамильтониан инвариантен по отношению к преобразованию, к присоединенному преобразованию с этой унитарной матрицей. В частности, если посмотреть, как преобразуется базис, то окажется, что вот этот базис тау от 0 до 8, он переходит вот в такой базис. Поскольку у нас тут двойка, шестерка и восьмерка были комплексными, то есть они, у них были мнимые элементы, то поскольку тау-1 переходит в тау-2, а гамильтониан и, соответственно, матрица плотности инвариантны по отношению к этому преобразованию, то, соответственно, по той же самой логике, которая была указана здесь, если альфа принадлежит этому конечному множеству, то c альфа бета не равняется нулю только тогда и тогда, когда бета принадлежит тому же самому. Однако, поскольку мы уже некоторые из этих соотношений, которые обнуляют коэффициенты, в предыдущем использовали, тут уже редукция происходит не на 36 коэффициентов, а на 20 коэффициентов. Соответственно, из той же самой симметрии следует, что существует вот такое соотношение между коэффициентами корреляционной матрицы. Можно показать, что существует из той же самой еще и вот следующее. Потом есть еще одна дискретная симметрия. Это симметрия вращения на π четвертых по оси, вокруг оси, вернее, z, из чего следует существование вот такого соотношения между коэффициентами. Все вместе, если посчитать, то окажется, что у нас остается всего лишь 13 из 81, остается 13 независимых действительных коэффициентов. Да? И, соответственно, если написать матрицу плотности в этом базисе, потом его вернуть, мы уже генераторы алгебры, мы элементы алгебры уже писали в таком виде, который был бы удобен для перезаписи через мат ожидания именно проекций моментов, то переписав их через вот эти элементы, получается вот такая структура матрицы плотности. Это есть обобщение на случай спин единицы x состояний, хотя он не выглядит совсем как x состояние, да, но да. Да, он не похож на x состояние, естественно, в том смысле, что форма его не x, действительно это означает, что это не x состояние. С другой стороны, если идеологически посмотреть, из какого гамильтониана на самом деле x состояние получается, то обобщение того гамильтониана, из которого он получается в случае спина 1, 2, в спин единицы именно выглядит вот следующим образом. То есть это матрица плотности. Остается, да, потом... Да, да, да. То есть такую трехполосную структуру имеет матрица плотности в общем случае. И можно еще написать в том же самом базисе частично транспонированную матрицу плотности. Частичная транспонация просто приводит к тому, что если вы по первому, скажем, первой подсистеме частичную транспонацию осуществляете, то частичная транспонация – это есть та же самая матрица плотности, только те коэффициенты, которые соответствуют комплексным или мнимым генераторам, их менять на минус. Все. И в итоге получается вот следующий вид. И эта матрица является в дальнейшем объектом изучения в рамках вот этой работы, то есть для различных систем молекулярных магнитов мы хотим посчитать именно вот эти, соответственно, коэффициенты и проверить,
на запутанность или сепарабельность данную систему. На самом деле, если на эту матрицу посмотреть, то немного приглядевшись, можно увидеть, что унитарными преобразованиями, а конкретнее перестановкой строк и столбцов, эту матрицу можно привести к такому виду, то есть прямая сумма, блок-диагональный вид, где у вас есть блоки, два блока один на один, а два блока два на два и один блок три на три. Это на самом деле соответствует тому, что мы собираем все матричные элементы по мультиплетам. Да? И, соответственно, поскольку у нас получается блоки, два блока, один на один, это именно соответствует им, скажем, R33, по-моему, и R77, они всегда положительные, то есть они никакого влияния на отрицательность, количественную меру не имеют. Остаются две матрицы, 2 на 2 и одна 3 на 3, откуда вытекает всего лишь четыре условия на сепарабельность. То есть если написать по отдельности, чтобы эти блок матрицы были положительно определенными, положительно полуопределенными, то получится из условий на характеристическое уравнение соответствующих матриц всего лишь четыре алгебраических условия. Я в последующем об этом поговорю, однако сейчас это не является темой нашего разговора. Я хочу показать, как идеологически мы продвигаемся к применению соответствующих вещей к магнитным, молекулярным магнитам, но поскольку это не особо интересно для конкретно этой публики, то есть конкретные экспериментальные данные и прочее, я просто один пример, наипростейший, приведу. Вот есть такое соединение на основе никеля, которое эквивалентно тому, что у вас есть слабо взаимодействующие в магнитном смысле друг с другом димеры. Каждый из димеров состоит из двух S1, S равняется 1, ферромагнитно спаренных центров. И для этого вещества, если померить произведение магнитной восприимчивости на температуру, то окажется, что у нее здесь это вы можете считать, экспериментальными данными, потому что это результат фитирования, то окажется, что у него после определенной температуры существует очень резкое падение, что говорит о том, что у системы есть аксиальная одноионная анизотропия, то есть именно вот такой член, о котором мы уже говорили. Соответственно, если фитировать данные, то окажется, что существуют вот эти значения параметров, где G – это геромагнитная постоянная, когда вы земановский член, соответствующий магнитному полю, введете, расщеплению от магнитного поля введете, то вот геромагнитный фактор будет вот таким. То есть вот такие значения были померены. Основное состояние для этой системы выглядит вот таким образом. То есть в отсутствии магнитного поля система находится вот в таком состоянии, в таком чистом состоянии. Необходимо подчеркнуть, что на самом деле у самого гамильтоняна, который мы изначально рассматривали, вот здесь, да, это запутанное, да? Да, я сейчас об этом говорю. Да, оно запутанное, оно нетривиально запутанное. Там в зависимости от того, какая одноионная анизотропия, у вас различные режимы существуют. Я сейчас об этом поговорю. Смотрите, этот гамильтонян, если на него посмотреть, у него основной, так скажем, интеграл движения – это полный момент, то есть сумма всех SZ-ов. У гамильтоняна может существовать еще один такой интеграл движения, это сумма квадратов соответствующих SZ, то есть это тоже является хорошим квантовым числом, если между G и K существует определенное соотношение, а точнее G равняется минус K. В общем случае этот гамильтоняне ни в трехмерном, ни в двухмерном, ни в одномерном случае точно не решаем. Существуют определенные режимы коэффициентов, всего лишь два их, когда систему можно точно решить,
Это в ферромагнитном случае было когда-то решено Тахтаджаном, потом для антиферромагнитного, по-моему, Бабуджаном, или наоборот. То есть, в общем случае, эти системы... Это... Алло? Бабуджан, да. И Тахтаджан. Первый, да, решил Бабуджан. А, первый решил Бабуджан, окей. Я это... Не знаю, то есть решение... А вопрос, Тахтаджан, да, это не он, да? Да, да, это он, да, сам. Это как бы считается один из его наиболее таких серьезных результатов, потому что действительно очень сложная задача решать такие системы. Решение производится в общем смысле ансатцем бета. И да, то есть здесь всего лишь существует, если g не равняется минус k, всего лишь одно хорошее квантовое число, полный момент. И если d равняется нулю, еще и полный момент, квадрат полного момента, не только проекция z, но и квадрат полного момента. Но если d не равняется нулю, то квадрат полного момента не есть хорошее квантовое число. Извините, я вопрос был или... Да-да-да, нет. Да. Ну... да. Соответственно... Если перейти сюда, вот есть такое состояние, между коэффициентами существует вот такое соотношение, только при соотношении, по-моему, 2 к 1, вот коэффициента бета и коэффициента вот этих членов соответствующих, эта система имеет хорошее квантовое число в виде полного S квадрат. Если посчитать отрицательность для данной системы, то она окажется всего лишь вот такой. То есть отрицательность этого ропси выглядит следующим образом, или переписав через мат ожидания соответствующих компонент спиновых операторов, можно привести ее к следующему виду. Теперь, если здесь начертить отрицательность от, сначала про этот график поговорим, от отдельно из ионной анизотропии, то окажется, что в случае, когда у вас отрицательные значения одноионной анизотропии, система находится в ферромагнитном основном состоянии с сопараллельными спинами. Это состояние является всегда сепарабельным. Когда же D имеет положительный знак, то имеет место вот такой скачок. С чем связан вот этот пик? Он очень важен. Он исходит от того... Получается, да, реально? Что? Что? Фазовый переход получается? Да, это так называемые зарождающиеся фазовые переходы. Угу. Это зарождающийся фазовый переход, поскольку система конечная. Тут действительно фазовых переходов нет. И тут это зарождающийся квантовый фазовый переход, так можно сказать. Mm-hmm. И с чем связано, вы хорошо это заметили, что это индикатор фазового перехода, вот это значение пика соответствует, то есть D равняется нулю, точке, где восстанавливается SU2 симметрия гамильтониана. Mm-hmm. То есть сама запутанность является индикатором того, что у вас восстанавливается или нарушается, соответственно, симметрия какая-то. То есть точки восстановления нарушения симметрии у вас – это характерное достаточно поведение для гайзенберговской модели. У вас существует биг запутанности. Если ввести добавочно биквадратное взаимодействие, то оно достаточно слабо влияет до того, как мы не сделали g равняется минус k. Тогда система вообще становится очень интересной, тогда гамильтониан становится всего лишь перестановкой частиц итой и житой частицы, и там много чего интересного возникает. Но вдали от этого очень слабо влияет биквадратное взаимодействие. С другой стороны, если в зависимости от магнитного поля посмотреть при различных температурах, то окажется, что система сначала находится на запутанность находится на каком-то плато, после пересечения определенного значения происходит скачок на второе плато, и, соответственно, скачок на третье плато. Здесь система находится в состоянии с вектором, который я уже вам показал. После определенного значения магнитного поля у вас основное состояние системы меняется, то есть вы этим внешним параметром, именно как drive,
то есть вы гоните систему в состояние 1-0 минус 0-1, то есть как бы выглядит как синглет обычный, поэтому у вас получается запутанность 1-2, потому что для спин-единицы системы это всего лишь не полностью запутанное состояние. Mm-hmm. Потом уже при высоких магнитных полях опять у вас основное состояние – это сонаправленные спины, и при этих сонаправленных спинах система становится сепарабельной. Что еще тут можно сказать? Нас интересует связанный… Написано это в кельвинах, да, температура? Здесь… Не, вот единицы, т, т, к – это что означает? К – это биквадратное взаимодействие. А, это константа там. Да, а вот здесь т – это в кельвинах температура. Это вполне, да, это вполне достижимые экспериментальные температуры. Нет, конечно, конечно. Вполне. Сейчас мили кельвины достижимые. Легко. Да, да. Да, это вполне, то есть это достаточно, даже можно сказать, высокие температуры. Угу. Теперь нас интересует такой вопрос: возможно ли померить? Естественно, я еще раз говорю, это померить всегда надо понимать в кавычках, потому что запутанность – это энтропийная характеристика. Энтропию мы не мерим, мы из каких-то других соображений ее считаем, так сказать, что-то мерим, что-то считаем. Да? Можно ли померить эту запутанность? Я уже вам показал выражение матричных элементов, матрицы плотности через мат-ожидания соответствующих физических величин. Однако экспериментаторы не все из этого умеют мерить. Они умеют мерить, фактически говоря, две основных величины. Первое – это магнитная восприимчивость, которая есть просто дисперсия полного магнитного момента, то есть они умеют мерить вот эту величину. Соответственно, ее производные, или в данном случае в смысле статистическом, это skewness. И второе, то, что они умеют мерить, это удельная теплоемкость при постоянном магнитном поле, или что то же самое, это всего лишь дисперсия внутренней энергии. Да? И надо изощряться всегда и пытаться вот эту величину представить через все те величины, о которых я только что говорил. То есть некая восприимчивость и некая удельная теплоемкость, то есть некий функциоотклик. И в данном случае, это тоже является частью наших задач, мы можем представить саму запутанность при низких температурах, когда в доминантном смысле основное состояние заполнено именно состоянием пси, которое я показал. Система описывается, запутанность ее в таком виде, где у нас МЗ – это есть намагниченность системы, ПЗ – это есть, ее также называют квадрупольный момент, или можно сказать, называть в зависимости от формализма по-разному называют. В общем, ХЗ – и, соответственно, это есть магнитная восприимчивость, Т – температура, и КБ – это, естественно, константа Больцмана. Теперь, если посмотреть при низких температурах, это расчетный результат, точный расчет при некоторых значениях параметра запутанности. Да, то окажется, что до примерно 0,5 Кельвин, вот формула, которую я только что показал, полностью, достаточно точно совпадает с точным расчетом. То есть, если вы померите магнитные моменты, что, естественно, самое основное, можно ее померить. И второе, померите соответствующие магнитные восприимчивости, вы знаете значение напрямую. Происходит или что? Здесь просто смотрите, когда доминантное значение имеет основное состояние, здесь у нас сопоставление их очень удачное, но после определенного значения температуры это сингулярность какая-то. Это не сингулярность, Владимир Петрович. Смотрите, это точный расчет, исходя из всех основных состояний. Это некое разложение, результат некого разложения. Красная кривая есть результат некого разложения. Да? Пока у вас основное состояние доминантное, разложение работает очень хорошо и совпадение очень хорошее. Но как только
у вас включаются в игру, у вас температура становится такой, что у вас уже становятся доступными возбужденные состояния, которые являются сепарабельными. У вас очень быстро происходит сильное смешивание, из-за этого сильного смешивания основного запутанного состояния с высокими незапутанными состояниями, у вас запутанность резко падает с температурой после этой точки. Здесь, если посмотреть, это по масштабу соответствует именно щели, ну не щели, а расстоянию между основным уровнем и первым возбужденным, который просто очень сильно не запутан. Это просто сопараллельные спины. То есть наши... И асимптотически, когда t делить на k в бесконечности... Нижняя идет к нулю, а правая на константу. Это правая, она уже теряет свой смысл запутанности. Она имеет это разложение. Она имеет только около нуля смысл. То есть это тут только темное, да, имеет? Вот здесь красное с черным совпадают. Я не знаю, это видно или нет, но здесь красное и черное совпадают. То есть в этом режиме, в этом тепловом режиме можно вот через вот такую функцию, которую я показал, мерить, так в кавычках, запутанность. С другой стороны, можно придумать еще другие комбинации. Главное, чтобы изначальную эту величину суметь как-то характеризовать через измеряемые величины. Это можно делать по-разному. То есть, кто на что гораздо. Измеряемые величины на предыдущем слайде, две, да? Да. Вот. У нас, Величивость магнитная и вот это самое. Магнитный момент, соответственно, ее производная. Магнитный момент – это есть МЗ. Ее производная – это есть восприимчивость. ПЗ – это есть квадрупольный момент, можно так назвать. И Т – это есть всего лишь температура. Ну да, ну вот. Все, это измеримые уже величины. То есть это простейший пример, на примере которого я хотел показать, как выглядит поведение запутанности. Здесь еще необходимо подчеркнуть, что все эти плато, которые я показал в зависимости от магнитного поля, они отображают один к одному поведение магнитных плато. То есть, в принципе, отсюда видно соотношение между запутанностью, магнитными и квадрупольными плато и магнитной восприимчивостью. Это такой интересный момент. Да. Но я не хочу дальше продвигаться для различных это молекул показывать. Мы делали расчеты аналитические до 6 частиц по определенных режимах. Возможные аналитические расчеты мы это смогли делать. Есть режимы, правда, для которых для 6 частиц аналитически не получается и бессмысленно даже пробовать. Но основная суть этой работы, она именно выглядит таким образом. Какие еще более для математически ориентированной публики задачи могут быть, которые могут быть интересными? Это как и для спина 1-2 системы или для X состояния, это уже давно сделано. Описать геометрию пространства состояний, сгенерированных вот этим гамильтонианом. Это есть 13-параметрическая это есть 13-мерное многообразие в пространстве комплексных матриц. Ее геометрия должна быть очень интересной. Описать кольцо локальных полиномиальных инвариантов и выразить меры запутанности в терминах этих инвариантов, это то, что у нас есть в головах, я не знаю, в этом году успеем или нет, но во всяком случае есть. И второе очень важное значение, эта задача относительно легкая, ее даже можно приступать к ней непосредственно, это изучить абсолютную сепарабельность системы. Абсолютно сепарабельная система называется, если не существует даже глобальных унитарных преобразований, которыми сепарабельную систему можно запутать. Это очень сильное условие. Все те состояния, которые удовлетворяют этому условию, они находятся очень близко к максимально смешанному или равнораспределенному по всем уровням матрице плотности. Однако
очень интересно посмотреть, что происходит в с термодинамической системой при температурах, при которых система именно становится такой. Потому что мне просто, я не знаю, это там много чего интересного может возникнуть. Просто необходимо посмотреть. И чтобы вам голову дальше не морочить, спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них. У меня вопрос. Ага. Это, Ваак, да. Ты не привел экспериментальные данные для порошка и расчет это восприимчивость для порошка и аналитический вопрос. Ты, это поскольку... Да-да, это поскольку тут публика в основном математически ориентированная, вот эти экспериментальные вещи я насколько мог, поэтому, соответственно, такой короткий получился семинар. Я хотел обходить все экспериментальные вещи. Да, действительно, есть проблема, как измерять эту запутанность. Профессор Нарсанаикян, я так понимаю, связался с экспериментаторами, которые согласились экспериментально мерить именно вот эту запутанность. И есть проблема, как мерить именно восприимчивость в направлении Z. Проблема в том, что химики, когда генерируют, создают, синтезируют этот материал, у них он получается порошкообразный. И потом они этот порошок сжимают и начинают производить над ним измерения магнитных моментов, восприимчивости и всего прочего. Так вот, оказывается, поскольку в нашем гамильтоняне есть выделенное одно направление Z, то получается, что это Z-направление, в этом порошке перемешано все. Да? И мерить в одном заданном направлении Хи-Z становится не очень удобным. И тут то, на что намекает Нерсиканович, это то, что необходимо там некоторым хитрым образом изощряться, чтобы информацию о восприимчивости в направлении Z извлекать из данных о восприимчивости такой усредненной, то есть по всем направлениям из порошкообразной среды. Но это экспериментальные данные, вы правы. Может быть, для общности это надо, но, к сожалению, вот здесь этого нет, да. Простите, у меня такой вопрос в связи с порошком. Да. Если появляются вот эти... как они называются, мелкодисперсные эти штуки, конгломерации, да. В них есть выделенное направление или внутри каждой из них тоже все смешано, как и в стекле? Честно говоря, у меня компетентности не хватает для ответа на ваш вопрос. Это я отвечу, внутри каждому элементу, в общем, блока, в общем, маленький брод. Это имеет структуру кристаллическую, но Это очень интересно. И поэтому усреднение. Да, это... Внутри маленького блока кристалл, а порошок – это не кристалл. Было бы здорово научиться их выстраивать в монокристалл. Это была бы песня. Это невозможно. Это для легких, это вот это для это, ну, в общем, там лазеры и прочее, в общем, там это вот умеет. Но материалы, это которые. Материала видения, это так... это подразумевает, наверное, Сосикан, что вот, в принципе, такие модели можно не только на condensed matter системах рассматривать, но и в оптических решетках. Если у вас есть, скажем, атомы натрия, то можно симулировать как бы гамильтониан, вот этот любой. И его достаточно легко контролировать, потому что все соответствующие эти коэффициенты можно подгонять. То есть, если у вас есть
частицы в оптической ловушке, то это можно делать, да. Но с другой стороны, на самом деле, в обычных наших винчестерах, да, была такая надежда, что можно создавать магнитные единицы памяти, на которых, если на какую-то подложку каким-то хитрым образом экспериментаторы там изощряются и делают на самом деле сонаправленные эти мелкодисперсные частицы. Но это как бы не лежит абсолютно в моей компетенции, я там полная невежда. Но все равно, очень интересно, спасибо. Да. Спасибо. Ага, Вагн, а вот все-таки что удается аналитически посчитать? Аналитически, Владимир Петрович, с тем условием, что вы готовы принять, что решение алгебраических уравнений в нерадикалах аналитическое решение, то можно посчитать, скажем, систему, я считал систему 4 частицы. То есть аналитически... Прохождение корней полиномов там какой-то высокой степени, да? Да. То есть для общего положения Гамильтониана, когда у вас есть все параметры внешние, вы можете... Я считал до 4 частиц с тем, что коэффициенты некоторые у векторов состояния были не радикалы. Не, ну понятно. Я скажу... Но параметры там будут входить, да, параметрическая задача еще. Да, ну у нас же внешние параметры, это все, что... Я не знаю, там еще какие-то параметры, Т входят и так далее, да? Да, нет, нам главное диагонализовать же Гамильтониан. То есть, скажем, для шести частиц... Понятно, диагонализация предусматривает, что у вас есть в Гамильтониане параметры, то есть... Да. Как раз таки вот про эти параметры я говорю. Для общего положения, скажем, когда g равняется минус k здесь, да, и как я говорил, когда g равняется минус k, этот гамильтониан всего лишь превращается в линейную комбинацию операторов пермутации и t, и g, и t частиц. Там уже из-за существования этой симметрии удается сделать много чего. Но все равно не удается до конца решить. А вот в режиме, в котором решили Тахтаджан и Бабуджан, соответственно, там они сумели решить эти уравнения Янга-Бакстера, там удается аналитически решить, соответственно. Вообще, есть у нас в планах посмотреть на аналитических решениях Тахтаджана и Бабуджана, как шкалируется запутанность с расстоянием, то есть как меняется запутанность вот с расстоянием ита и житой частиц. Да. У меня есть такое подозрение, что именно то, что эта модель решаема, это по причине того, что корреляции там между дальними частицами не существуют. У меня такое предположение есть, что вот такой запутанности между ними нету, поэтому оно и решаемое. На самом деле, то есть для этих аналитических решений ничего интересного может быть и не получится. Это вот D, это анизотропия D, имеет решающую роль. Это в сильных корреляциях дальних соседях. D, если введешь, то можно трихкритическую точку получить. Я с Бабуджаном работаю и тебя приглашаю. С большой радостью. А вот как получается, Вагн, как зависит от температуры это все? Пока это на уровне десятых долей Кельвина, да? Да. Что происходит реально? Да. Смотрите, как я уже говорил, преимущество этих молекулярных систем в том, что их великое множество. Их надо проверять все на реальных температурах. То есть какое вещество на что гораздо. Нерсес Сергеевич очень хорошо знаком с этими молекулярными магнитами. И он, наверное, может прокомментировать, существуют ли такие молекулярные магниты, которые для достаточно высоких температур. Это я в Словакии договорился. Это вот 4 экземпляра уже просинтезировал, в общем, в высшем спине, в общем, со спином 1. Да. И 5-й и 6-й экземпляр
мы процедизируем, в общем, там это в нашем институте, в общем, там уже 4 экземпляра, в общем, просинтезируют, в общем, маленький кластер. В общем, большой кластер, в общем, полимер. Да. Это сейчас синтез. И отошлем в Словакию, и там до 0,3 кельвинов, там установка есть, и реально можно замерить. И восприимчивость, в общем, это и корреляция, это при 0,3 и 0,5 кельвинов идеально подходит. Да, вот, то есть вот эта кривая, если это вещество уже как бы синтезировано химиками, то, соответственно, вот именно вот такой аналитической формулой до 0, именно 3, да, условно, можно померить. Да. То есть, а более высокотемпературные, честно говоря, не знаю, то есть при комнатных температурах, что будет там запутанность, я в этом очень сильно сомневаюсь. Но при комнатных температурах есть другие элементы, в общем, там димеры, в общем, там при комнатных температурах это запутанность тоже. Ну, хорошо, еще лучше. Вот, а температурное общее поведение, оно такое монотонно спадающее. Кроме одного случая, когда у вас есть очень сильная одноионная анизотропия, тогда есть такое экзотическое явление, когда у вас в зависимости от температуры в очень малом интервале растет запутанность. Это связано с тем, что основное состояние оно у вас сепарабельное, следующее за ним возбужденное состояние очень сильно запутано, и там есть такой маленькое окно, когда у вас температура растет, система успевает смешаться с запутанным состоянием, приобрести запутанность, но еще не поддается влиянию декогеренции. То есть такое экзотическое явление, связанное с анизотропиями, будь то вот такая одноионная анизотропия или анизотропия, исходящая от диполь-дипольных взаимодействий, позволяет температурный рост. Это такая аномалия. Вот если спиновые цепочки, спины сильно разнести расстояние, да, крайние, вот мы говорим, что они не запутанные, да, то есть да. Аналитические. А если они все-таки запутанные сохраняются, что происходит, там непонятно, да? Смотрите, есть такая очень такой интересный момент. Существует такая модель, называется модель Изинга в поперечном поле. Да? Это спина 1-2 модель. Для нее можно показать, что в точке фазового перехода квантового, то есть это точка, где магнитное поле равняется нулю, там происходит спонтанное нарушение СУ2 симметрии в этой точке. Для этой модели в точке квантового фазового перехода у вас экспоненциальное падение запутанности заменяется на полиномиальное. А вот это интересно, это совсем другая вещь. Да, это желательно было бы и здесь получить. И где происходит замена, то есть переход от экспоненциального в полиномиальное? Смотрите, если вы представите себе, что вместо этого гамильтоняна написан вот такой член и лишь вот этот, да, и здесь написаны проекции Z, а тут написана проекция X, да, то, соответственно, такая модель будет называться моделью XY. XY-моделью и в поперечном поле. Да, такой предельно анизотропный случай XY-модели в поперечном поле. Вот в точке B равняется нулю, в таком случае, у вас будет точка квантового фазового перехода. Именно в этой точке, в зависимости от внешних параметров, именно в этой точке, при нулевой температуре у вас запутанность с расстоянием начинает падать не по экспоненциальному закону, а по полиномиальному. Однако вот эта модель, она очень легко решаемая через преобразование, ну, очень легко решаемая она, доступна даже студентам. По преобразованию Джордана Вигнера можно решить эту модель. И, соответственно, почему это преобразование? Да, окей.
преобразованием Джордан-Вигнера можно решить эту модель, да, и, соответственно, посчитать все возможные корреляторы, которые в матрицу плотности двухчастичную входят. Потом на расстояниях смотреть, как падает запутанность. Окажется, что именно в этой точке экспоненциальное падение заменяется на, как называется, полиномиальное. Интересно, да. Это интересный феномен. Да, да. Он как раз таки вот, вот именно эта информация о XY модели или модели Изинга в поперечном поле, она дала надежду, что реально, на самом деле, возможно на реальных системах квантовые компьютеры делать когда-то вот этот результат. Ну сейчас, сейчас вот, кстати, сейчас как это называется, модели отжига квантового, они основаны на этом. Они моделируют модель Изинга и любые ее вариации. Да, да, они, да, они фактически говоря находят путь, по которому можно как бы привести глобальный минимум, то есть основное состояние. Да. Перевести систему в такое состояние. Да. Да. И, соответственно, его найти, это состояние, если все нормально. Да. Ага. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо вот, вам. Хотят поспрашивать, а то мы тут... Все. Дмитрий Сергеевич, Леонид Антонович, больше нет вопросов? Или? Нет, у меня есть один частный вопрос, но совсем по другой тематике. Я его Вагну потом задам в свободном режиме. Окей, я сейчас вам после семинара позвоню тогда. Спасибо. Коллеги, добрый день. Если позволите, я бы хотел вопрос задать. Ага. Когда вы говорите, ну, я как раз математически ориентированный человек. Да. Когда вы говорите о решении, вы имеете в виду решение частичной задачи диагонализации гамильтониана, то есть нахождение основного состояния, первого возбужденного, второго возбужденного. Да. То есть, что означает модель, естественно, что означает модель интегрируемая или нет, это немного растяжимое понятие. Можно сказать так, посчитать тацуму. Для, с точки зрения физики это вполне хватит. Да. Но, просто статус. Да, да, это тоже бы, этого тоже бы хватило, это нас бы тоже обрадовало, но это как, я не знаю, вы знакомы или нет, вероятнее всего, да, со спина 1/2 системами одномерными, которые бета-азацев решаемы, да, там... Да, там теперь это как бы термодинамический бета-азац, или, то есть это сведение к нелинейным этим интегральным уравнениям, или именно расчет в общем случае, или схема расчета в n-мерном случае, n-частичном случае. Методов много, да. Да. Методов много, да. Тогда еще один вопрос. Да. Я в середине вашего доклада не совсем понял. Вот вы сейчас имеете систему кутритов фактически да. с гайзенбергским гамильтонианом, да. но вы в середине что-то упоминали о редукции кубитам. Я, может быть, неправильно понял вас, или вы... Да. Смотрите, действительно, это вы правильно заметили. Смотрите, существует вот так выглядит частично, вот так выглядит дедуцированная матрица плотности, да, конкретно. Ее можно найти такие значения матричных элементов, которые при которых возникает один в один соответствие между состоянием, описанным вот этой матрицей плотности, и к состоянием, сгенерированным моделью Гайзенберга XXZ. То есть эффективно система превращается в двухуровневую. Можно ли сказать, что это своеобразная проекция Да. к двумерным гильбертовым пространствам в каждом... Да, так и есть. Да. Спасибо. Вам спасибо за хороший вопрос. Да. Ну, поскольку вопросы завершились, да, то я думаю, что мы завершим наш семинар. Это был последний семинар
в этом семестре, поскольку следующие две среды у нас выходные. Вот так, да. Да. Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Да, до свидания. Спасибо. До свидания, да. До свидания. Дмитрий Сергеевич, большое спасибо за организацию. Да. До свидания, да. А не подскажешь, у меня все время линейка с этими самыми включить микрофон, выключить, ложиться посреди экрана. Ее как-то сдвинуть можно? А она нет, она сама исчезает, если вы убираете мышку. Она реагирует.